Всем привет, друзья! Вы на канале Мишани 2.0, я Папаня Мишани. Сегодня у нас на обзоре будет Боб Снелл, новый равлик Боб, который вот в такой будет розовой, я бы сказал, интересной упаковке. Что тут у нас меняется? Меняется у нас ли герои? Герои, да, у нас герои теперь перенесены на бок самой коробки, не сзади, как тут. И они уже разные, это новая серия, и вы можете понять, что вот такие зеленые, наверное, скорее всего, уже их никто не продает. После зеленых были синие, я вообще синюю только одну успел купить в фирменном магазине, а так вообще остатки какие-то зеленые. И посмотрим, может быть, у нас сегодня получится какую-то из этих что-то собрать, какую-то дополнить коллекцию, будем распаковывать зеленую и вот эту розовую. Давайте начнем, наверное, с розовой. У нас тут ничего не меняется, у нас тут есть какие-то сладости, герой, и сладость, она без сахара. Суть открывашки у нас остается такая же. Так. Тяжеловато дается. Так, перфорированный вот этот у нас. О, картон, упаковка. Значит так, давайте по очередности посмотрим по поводу перса. Ай, только не рвись, не рвись. Уже чуть-чуть я порвал. Так, я не видел, какой герой я не видел. Так, я не видел. А, и смотрите, у нас тут получается вот эта брошюрка, она более плотнее и реально плотнее. Могли бы, конечно, сделать и попроще и сэкономить бумагу. Как будто у них там бумаги этой море. Итак, у нас есть вот такие герои, космонавт, какой-то старенький, умный, или кто он там такой, гитарист, меломан какой-то, учитель, что ли, потом непонятно, кто это держит, что он зеркало, или что это такое, либо он просто снимается селфи, следующие вот какие-то герои, полицейский, официант, повар, и вот это... Хакмен, я даже не знаю, наверное, какой-то программист, что ли. Да, вот у него тут находится ноутбук. Итак, что у нас отличается? Ну, у нас есть вот эти сладости, которые... Так, не повернул. Сладости, которые уже идут в отдельных таких упаковках. И это хорошо, потому что мы как раз можем... Одну съесть, а вторая будет запечатана и будет в сохранности. Итак, давайте я распакую. Лайк, подписка, комментарий, друзья. Поддержите, пожалуйста, мой молодой канал. Спасибо большое. Итак, достаем, и мне попадается какой-то меломан. Диджей, музыку, пожалуйста. Смотрите, по поводу пластика сказать, что он чем-то отличается от тех, сложно сказать. Ну, вроде выполнен довольно неплохо, разукрашенный и нормально. Так, у него тут на листик на его ракушке, наушники, в принципе. Ну, кстати, наушники, я думаю, как литые, но они еще, видите, могут спокойно сниматься сухо. Но тут они хорошо прилипли, хорошо приклеены. Ну, короче, это алло, диджей, давай музыку какую-то включай, блин. Сейчас будем танцевать. И, в общем, такой у нас обзор. Ну, первый герой у меня, и его зовут... Его зовут BeatMix. А BeatMix, потому что он биты включает классно и тебя аж трясет от радости танцевальной музыки. Друзья, всего мира, доброго, хорошего. Лайк, подписка, комментарий. Дальше будет интереснее. Пока, друзья.